один из прекрасных солнечных дней я появился на свет. Мама с папой были так рады моему появлению. Моя мама домохозяйка. Она сидит с детьми. А папа ходит работать на ферму. Дедушку недавно пригласили в гости на праздник. Он был такой нарядный. Когда я вырасту, я хочу быть похожим на моего папу. Он такой большой. Такой сильный. С соседями мы живем дружно. Каждый день не похож на предыдущий. А по выходным мы ездим на выставку. Вечером усталые, но довольны, мы возвращаемся домой. Иногда я думаю, для чего мы существуем. Один дядя мне сказал, что я должен стать молодцом. Или холодцом. Нет, по-моему, все-таки молодцом. Конечно, я еще маленький и многого не понимаю, но если бы мне пришлось выбирать, я бы хотел быть тем, кто я есть. Потому что это мой мир, я в нем живу.